Всем привет! Сегодня решил записать несколько видео, в которых хочу рассказать о жизни в Соединенных Штатах. Многие пишут об этом, пишут на видео, пишут в сетях, говорят о том, как им нравится или не нравится Соединенные Штаты. Недавно одну публикацию читал, человек приехал из России, прожил 11 месяцев и написал, как ему здесь плохо. Или девушки молодые выставляли видео и говорили, как в Америке им все не нравится. Ну, что ж сказать, на вкус и цвет товарища нет. Конечно, рыбка ищет где глубже, человек где лучше, поэтому каждый волен ехать туда, куда ему хочется, и пробовать, и потом делать определенные выводы. Дело в том, что общую информацию о Соединенных Штатах вы можете взять в Википедии. А я хочу рассказать о той Америке, которую я вижу и в которой я живу. Проживаю в Соединенных Штатах уже 25 лет. И 31 год я прожил в Советском Союзе. Уехал из Союза еще до распада. Вот. Поэтому я сделаю несколько видео по разным темам. Если вас будут интересовать какие-то темы, пожалуйста, пишите, подписывайтесь.